улетаю я на Тихий океан. Там стоит стеною черная тайга, там над сопками, над серыми туман, там над сопками стоит туман. Прощай, мама, улетает самолет, прилетай ко мне, не жди меня назад. Он зовет меня, как родина зовет. Thank you.
Умираю, не? Да. Дай перед смертью несколько слов, не? Даем. А я ненавижу весь твой край и нация твоя, и твое спокойствие, и твоя веселый пас, и коллективный труд. Все тайга миллионов кубометров. Чего ж вы сердитесь, дурак? Тайга 110 миллионов гектаров. Не Уган, Суча, Арчома, не Уринский. 100 миллиардов тонна! Дай! Дай! Не! Золото! Амуру золото! Алмаз! Золото! Алдан золото! Миллиарды один! Не выйдет! Большая Азия моя! И несколько миллионов тонн! И мед! И хлеб! И Сибирь! И города! От моря до Байкала! Не? Сегодня разлетелся успрах Суцан и Сахты. Мой динамит. Морчишь? Чего же ты морчишь? Что ж говорить? Побегал я за вами 8 трудодней и вижу, что не даром. Статистика твоя верна. В своей погибели ты расписался без ошибок. А динамит я подобрал на той неделе и закопал в тайге. Ах! Ну, довольно вертеться. Спокойно. Стреляй. Thank you.
сейчас войдем и убьем. Выходи! Василь, ты! Степан! Стой, стой, стой! Стой! Степан! Василь, что? Вот. Ну что? Господи, чуть было греха на душу не принял. Что? Да, старею. Что? Не тот глаз. Скажи, ты ничего не замечал? Нет. Нет. Василий Петрович, помнишь, еще мальчиками я убил тогда пятого тигра и спас тебе жизнь. С тех пор воины зовут меня тигриной смертью. Так вот, на днях прилетает из Москвы мой сын. Он пишет, что 10 000 километров, это уже близко. Пробивает молодежь к океану новый путь. А на берегу, где я того тигра, помнишь, воздвинется аэрогород. Этот город решит и нашу жизнь, и Тихий океан. Поэтому скажи мне еще раз, ты не замечал здесь чужого человека? Нет. Спасибо, друг. Прощай. Ой, скутер, Василь. Эй, скутер, стой, время. Один мне. Сиднефалинского хребта, с истоков таежной речки Пыкина, пророчествую на север, на запад и на юг. Красная звезда, да погибнет от восточного ветра. Шабанов! Шабанов! Шабанов идет! Шабанов! 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 Почему он один? Вот где остальные? Вот он идет, дети! Тихо! 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Откуда? Где жил ты столько лет? В Манчжурии, Манчжоу-го. Оттуда вам и говорю. Ну? В Хабаровске. Читал я правду на заборе. Поплыл и забор перед глазами, и толпа. Тогда купил ее за 5 советских за копеек. И правда выпала из моих рук. Она была о нас. Ее кричало радио, хрипело мне в голову, в затылок,
в грудь! Где староверы? Куда бежали кулаки? Перепугался конь, и вихрем на дорогу шлагбаум падает. Смотрю, и в вагонах наших родичей антихристы везут на запад. И на запад, как класс, с детьми и стариками. Тихо, тихо. Где Никодимов? Где Петров? В земле. Где подпольные офицеры? Господи Христе, в лесопромхозах изловили, из промыслов колхозных, как щенков, за уши. И аминь! Восстание! Молчите! Где братья Кудины? Силаев! Где Шарапов? Шарапов, Анисья! Я? Вдова! Смотрите! Смотрите! Гликерия Силаева! Ой! Вдова! Вдова Марфа Кудина! Смотрите! Кудина Фёкла! Мария Кудина! Вдова! Врёшь! Врёшь! Ну скажи, что ты врёшь! Шапка! Наткнулся на тела случайно. Бредя 2 месяца в тайге. А делегаты как? Японцы. Самураи? Не знаю. Вдвоем им не дойти сюда. Вожатых перебил глушак. Тигриная смерть. Да. А вот не может тигра смотреть человеку в глаза. Сколько раз бывало, помню, взорвет, прыгнет на тебя, как бес, и в 2 шагах на секундочку остановится. Обязательно. Ну, тут, конечно, его и стреляешь. И подумать только, какая сила у человека в глазу. Страшно, небось? Нет. Страшно человека. Человек храбрый стал. Как и прет. Боишься, дедушка? Да нет. Нет, боишься. Старый трус, а еще большой. Ну ладно, ладно, ладно. Спи, спи.
приехал. Приехал. Не ехал я. Летел. И от полета конь кровь выплюнул и сдох. Тогда я побежал, как вор, минуя города, колхозы, промысла лесные. Звериною тропою три ночи полз я к морю. Колхоз! И кто? Корейцы, рыболовы, слуги наши. Злоба кипит, кипит, язык сухой. Воды! Земля кругла и вертится. Слышь, вертится! Бога нет! Женщины в штанах, ляжки голые, музыка в тайге. Таежный зверь бежит, железные дороги, лес рубится справа, слева, все ближе, 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 а на границах армия, а на границах армия, трактор в трактор пашут. Пашут большевики, поют. Убей детей! Назовем его Ван Лин. Во-во-во, Ван Лин, хорошо. Ван Лин. Хорошо. Назовите моего внука Павлом. Партизанское наше имя. Там друзья мои. Здравствуй, дорогая! Thank you.
мама. Вот и все. Завтра в 11 вылетаю на Чукотский полуостров. Забираю там американского кругосветного летчика. Обломался. И завтра же в 9 выгружаю его в Америке. Это как это? Против часов? По движению Земли. Только чуть побыстрее на тех широтах. Да. Страшно? Вот это жизнь. Да нет. Да чего там страшно? Страшно человека. Человек радый вот стал. Вот правильно, отец. А как у вас? Да так. Бродит зверь по тайге. Два самурая. Два. Один, правда, помер. Да, помер. Другого... Да помолчи. Одним словом, соберутся сегодня партизаны. Услышишь? Ты их, Володя, немножко подогрей. Да, Степан. Пролететь 10 000 километров, это... Да, это труднее. Это намного труднее, чем одному идти на 15-пудового таежного кота. Степана! Какие люди появились в тайге? Степана, они идут от Имана, от Хора и от Фузина. Степана, они идут с оружиями и не стреляют. Идут они не по движению зверя. Знаю. Ого, ты все знаешь, Степан. Ты убил их уже мало-мало. Твои следы я видел у Стефана Худякова. Ну-ну. Твоего друга нет. Твоего друга ушел в тайгу другим человеком. Вот как? Слушай, Ван Лин, завтра иди по следам. И на деревьях насечки. Понял? Василий Петрович. Нет, нет, нет. Ну ты, медведь, вступился. Ну как оно там? Ничего. Видней? Видней. Расскажи, Володя, о международном положении. У нас тут, Володя, свое положение. Бродит международный зверь в тайге. А ты видел? Да нет. Говоря. Ну так помолчи. Да. Что да? Да вот Худяков. Ушел на хутора. Не встречал в тайге? В тайге? Встречал. Смотри, Степан. Недоброе затеял Худяков. Вот чувствую, да что... Да бросьте свои чувства. Худяков мой друг. Ну и что ж? Худякова я знаю, когда ты еще вот таким под стол бегал. 50 лет нашей дружбы прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю и не насмотрюся. И все спрашиваю себя, есть ли на свете еще такая красота? И такие богатства.
Нет такой красоты и таких богатств на свете нет. Нет, Максим, нет. Теснота. Иванов. Я. А тебе, Иванов, поются песни. Да ну. В Волочаевском бою ты получил 12 ран. И черт тебя не взял. Почетный красноармеец Пугаев. Есть. Перековавший благородный меч на колхозную пасеку. Ну-ну-ну-ну, не выдумывай, ученый. Цинзян бесстрашный, что-то не похож стал. Савва Щербань. Я. Меня разбирает смех при одной мысли, что ты был дивным героем спасских боев. Ну и смейся. Мне было не до смеха. Бывало, как держусь в казачью или в японца. Медведь. Ух, и страшно же было ядрило налево. Ефим Коса. Ну, довольно. Говори толком. Говорю. Товарищи колхозники, знатные бойцы революции, вы стареете. Вы богатеете и стареете. И это смешно. За плечами у вас могучая Красная Армия, и вам наплевать, что творится у вас под боком. Ну-ну-ну-ну! А ты думаешь, похож в тайге на путях к Аэрограду чужой динамит, чужие люди. Говори, Степан. Что ж говорить? Чужие люди действительно есть. Командует Щербань, веду я. Ну, прощай, стара. Прощай. Малый в небо, старый в лес. Иди, старая лесная собака. Иди! Пускай хоть на этот раз тебе староверы проломят голову! Иди, старый бродяга! Господи, зачем я на этой тигре женился? Ну, довольно. Прощай, довольно. Убьют. Не убьют. Дорогая птичка. Не убьют. Ну ты, медведь, вцепился. А? Пошли. Да-да. Дорогая. Ну, сынок. Ну? Я пошел. Спалили дома, мы руку пожали, брать.
врачам. Мы обняли зов и пошли по знакомым, по старым таежным путям. Мы обняли зов и пошли по знакомым, по старым таежным путям. Мы красное знамя поднимем высоко, да здравствует Родина мать. Над нашим, над красным, над дальним востоком знаменам чужим не бывать. Над нашим, над красным, над дальним востоком знаменам чужим не бывать. Кадере жарга тардаки килем халас оларе керге нафин билен нери келе нафат болу лари фагра жарга тардаки балалира оларе балалар бун бун. Пойду летать. Кентик мунтук тардаки кадере жарга тардаки кескилира олох буди келактирин. Биларе кентик мунтук тардаки келе гайдирик ластаки кентик мунтук тардаки кедрен жаруан тардаки киллан ала соларе кекенафин би нари келе насбат болу лари кентик мунтук тардаки кедрен жаруан тардаки лам ала соларе кентик мунтук тардаки кедрен Пойду! 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 Пой
Слышали? Много есть улажено новой властью постановлений, коих нам, староверам, выполнять никак невозможно. Какая дается народу наука? Чему научают? Волхвованию, пляскам, песням? И куда ведет? К дьяволу! Нам, староверам, боящимся Бога, стыдно и страшно об этом говорить, а не токмо что делать. И вот сих ради вин и обстоятельств нам лучше оказалось в лесах со зверьми жить и всяческую нужду терпеть, нежели в красных городах или селах при власти дьявола. Доколе? Страшно армии. Сам говорил. Страшно. Живем со зверями 8 лет, и никто про нас не знает. Тише, родимый, тише. Тише, жаба. На этом месте, вот пониже, на берегу океана, закладывают город, Аэроград. Сегодня, завтра, завтра! Это что? Братцы! Город! Город-то какой! Жизнь! Поработаем, братцы! Ай! Разойдитесь по домам. Завтра я буду немножко говорить. Thank you.
Вот таких, ваше благородие, 75 голов отобрали и прицепили ярлычки. Сегодня ночью не спала тайга. Ни человек, ни зверь. Таежная земля горит под нами местью. Возьми нас, выслушай. Вот делегация к японскому царю. Слишком поздно. Через неделю суусури наступают на Приморье. Непослушанные микадо офицеры, вам пора действовать отсюда. Страшно армии. Да, да, да. Армия сильна. Армия умирает в первых боях. Нет? Армия пополняется крестьянами, не? Вам? Не людям служим, Богу! Радиостанцию в Хуцине воюем завтра! И возвещаем от океана миру о революции конца! Колхозников же и комиссаров, и их детей и жен на кол, в огонь и в воду, пока весь не умрут! Не надо ходить! Ходить не надо! Не надо ходить! Тут убивать будем. Японцев убивать будем. Шабана убивать будем. Арушку убивать будем. Кто это? Это кто? ГПУ. Колхоза. ГПУ им множество. Партизана близко есть, Степана близко. Мушок! Мушок! Thank you.
Степана! Степана! Руби! Идем, Василь. Мне стыдно. Ружья не надо. Прощай. Прощай.
убиваю изменника и врага трудящихся, моего друга Василия Петровича Худякова, 60 лет. Будьте свидетелями моей печали. Вася! Мама! Пожалуйста, без провокаций. Куран смертей. Почил на лаврах дед Василь, плюется в небеса Шибанов, игумно столбняк ударил и закололся иностранец. Я извиняюсь. Убей меня. Не смею. Боюсь, чтоб не было скандала. А жаль, что этого не сделали рабочие твоей страны. Ну что ж, тебя убьют жены тобой загубленных, обманутых мужей. Поднял советское крестьянство. Врешь! Кучку троглодитов! Крестьянство вот!
И это ты прекрасно знал, змея! Thank you.
Который мы, большевики, закладываем сегодня на берегу Великого океана. Значит, города еще нет. Я пришел учиться в город. Я слышал, я шел 80 фунт. Я понимаю, делать надо. Хорошо, и когда построим, тогда я буду говорить. И людей будет много-много, как деревьев в тайге. Спасибо, орлята. Спасибо за высоты, за скорости, за мужество. Смотрю на вас и радуюсь. Сегодня ожили мои таежные сны. 50 лет моей жизни прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю и не насмотрюся, и все спрашиваю себя, есть ли на свете еще такая красота и такие богатства? Нет! Такой красоты и таких богатств на свете нет! Поэтому скажите мне, молодые люди, кто посмеет? За 50 лет моей жизни я бил здесь тигра в лопатку. Сыны моей родины, бейте его в глаз, если нападет. Бейте его в сердце.